И второй вопрос. Госдеп США обвинил Россию в подрыве усилий по армяно-азербайджанскому регулированию в формате низкогруппы ОБСЕ. Там заявили, что проводят прямые контакты с Баку и Ереваном и намерены сосредоточиться именно на таком посредничестве. Как в Москве комментируют заявление американской стороны? Ой, ну это вот как раз из разряда подмен, да, времени... эпохи подмен. Вот если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому регулированию, то это сами западные страны во главе США. Формат Минской группы был отправлен на свалку истории после того, как американские и французские сопредседатели под надуманным предлогом прекратили в феврале 2022 года взаимодействие с российской коллегой. Вот факт. Причем внятных объяснений таких действий от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей на высшем уровне, о чем неоднократно говорили и это все объясняли. Что касается посредничества США, о котором вы упомянули, то мы не видим, чтобы оно было ну, как-то наполнено реальными шагами и имело бы какую-то добавленную стоимость. Спасибо большое. Так, с нами Лиана Далу.